Быстрый овощной салат из лука, редиски, укропа, так, конечно же, картофеля, который варился, яиц, пары штук, ну и, собственно, трех картофелин. Также сайра тихоокеанская, которая была представлена в крупных консервированных кусочках. В качестве одной из приправ использовался чеснок. Далее все... еще присутствовали огурцы соленые. Далее все это мыло счистилось, варилось, как полагается, резалось на довольно крупные кусочки. Собственно, вы видите, как это все делает сам процесс. Далее внешний вид салата уже собранного, приятный, вкусный и, опять же, довольно крупный по размеру. Далее вы видите уже соус, типа майонез и бальзамический уксус. Спасибо вам за внимание. Делайте вкусную еду и полезную в период самоизоляции. Спасибо за внимание.